Побороться за Кубок Республики по хоккею в этом году посчастливится обновленной сборной Мирнинского района. В нее войдут 6 спортсменов из Удачного, хоккеисты из Айхала и более 10 ребят из Мирнинской команды. В сборную входят не только профессиональные спортсмены, но и любители. Напомним, спортсменов отбирали по итогам районного турнира, который проходил с 22 по 24 марта в Удачном. Уже в эту субботу наша сборная отправится в Якутск, а оттуда в Нерюнгри. В начале апреля на республиканском турнире встретятся 5 команд из разных районов Якутии. Главный приз – Кубок Республики. Одна из основных ролей нашей команды будет принадлежать Сергею Нечаеву. По итогам турнира он стал лучшим игроком района. Тактики будущих игр пока не раскрывает, но отмечает – едем только за победой. Да, мы уже, в принципе, не первый год с ребятами как бы встречаемся и друг против друга, и за одну команду также за сборную Мирнинского района. Мы уже, в принципе, друг друга знаем, кто играет, каждого возможности. И здесь уже от этого будет формироваться составы, ну, звенья. Мы, конечно, едем туда за первое место. А предыдущие года как у вас было? Вторые. Поэтому пора уже занимать первое.